Мы сейчас идем к трактору Lamborghini, который на техобслуживание. Да. То есть приходится обслуживать все-таки, что-то делать даже приходится. Импортную технику, но масло менять нужно. А, то есть все техобслуживание заключается в замене масла? Да. Или еще что-то? Практически все. Практически все. Да. Вот Алексей, наш механизатор. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Непосредственно включился в работу фактически с начала организации хозяйства. Вот, получил вот эту технику. Как техника? Да, как вам эта техника? Хорошая. Ну, насчет белоруса это рядом даже не стоит. То есть, ну, у вас был опыт работы с белорусами? Да, опыт был с белорусами. И это импортная первая техника моя, очень. А какую-нибудь фишку можете тут рассказать, показать в нем? Вот сейчас, вот, что мы там, ну что тут, гидроусилитель, не знаю, там регулировка. Кондиционер и для холодильника, для напитка, это, блин, роскошь, по-моему. Для... Давайте посмотрим. Ну это нужно забраться. Ну заберемся, да. Давай я нырну. Так, мы в Lamborghini. Диабло. Да, и вот, вот отсек специальный для напитка. И он охлаждается от кондиционера. Ага. И можно работать в любую температуру. Очень удобно. Угу. Трактор очень маневренный, энергоемкий. Очень удобно работать с любыми агрегатами. Ну и рулевая колонка регулируется, да? Да, да, здесь все регулируется. Сиденье под вес водителя, под рост, под это, и очень удобно. Угу. Ну что еще тут есть у нас? Гидравлическая коробка очень удобная. Угу. Кондиционер работает, да, клево, да? То есть, да, да, радио. А это вот радио сами ставили сюда? Ну да, ставили. Она была подготовка, но радио пришлось самому. Ага. Люк, да? Да, панорамный. Ну, все для людей. Ну да. Нет, класс. Так. А это что за ручка? Это реверс. Вперед, а, назад. Реверс, да? Да, это вперед-назад. Ага. Она получается диапазон, и я набираю диапазон, какой мне нужно работать. Здесь переключение скоростей, 4 скорости. Джойстик какой-то? Да, 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 да. Здесь диапазон я выбрал, любой, какой мне надо. И переключаю 4 скорости. Все у меня на экране, на телевизоре показывает, какая скорость у меня включена. Угу. Все очень удобно. Километраж, скорость показывает на спидометре. В принципе, нет. Очень, очень удобная техника. То есть, а вот это компьютер, да? Да, да. Вот показывает экран, ну, это. Какая набор скорости и километраж. Угу. Так как на автомате в машине. Понятно. А вот это что? Это все гидравлика. Гидравлика, да? Да, это все гидравлика. Здесь распределитель, 4 секции, а это навесные, ну, основная навеска. Здесь регулировка для пашни, глубина выше-ниже, здесь скорость подъема выше-ниже и угол от подъема. То есть, регулировка навесным оборудованием? Да, 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 да. Это вал отбора мощности. Mm-hmm. Получается. Здесь экономный, все ручной газ, а так... Здесь, так. Понятно. Там что за кнопки? Здесь задние фары, мигалка дополнительная, здесь блок предохранителей, а здесь компьютер сам стоит. Предохранители горят, что ли? Предохранители? Да. Ну, после наших телег, которые мы цепляем, можно гореть, может все, что угодно, потому что наша отечественная техника действительно, она... И мы же не новая покупали. И вот этот ключ, который торчит, это зажигание? Да, это зажигание. Ну, где-то все же их включают, а тут... Здесь очень интересно придумано. Где-то не надо искать, тут у руля. Ну, это, в принципе, итальянский трактор, но
Deutsche Farm тот же самый. Немецкая фирма. Так, ну сейчас похоже. Капот открыт. Давайте глянем, что там. А там что? Мотор. Ну понятно, мотор. Там двигло. Сколько лошадей? 170. Сколько лошадей под капотом? 170. Ясно, 170. Расскажите, пожалуйста, вот рядом с Валентином что-нибудь про внутрянку. Что с ним делали-то? Только масло льете? Двигателем только масло меняем и все, больше ничего, и солярку в бак. То есть все-таки солярка нужна. Так солярка. Без солярки-то слабо. Так, ну как, без этого. Ну, конечно. Нет, вот а вот здесь что? Вот это топливо. Соляра. Топливо, да? Соляра, да, сюда льется. Да, да, да. А он не это самое? Нет. Не... Нет, нет, пластик. То есть пластиковый бак? Пластиковый бак. 300 с лишним литров. Угу. На два дня ему хватает, если пашни. Угу. Класс. Класс. Так. Я хочу... Хвостик смотрит. Ага. Ну вот это потеплело. Да, какой? Рулить хочешь? Рулить. Пожалуйста, рулить. Не хочу. Нет, очень удобно. Удобно? То же самое, что на джипе, то и тут рулевое. Здесь же рейка стоит, она очень удобная. Ну я понял, да, колеса высокие там. Колеса высокие, он жестковат насчет этого. Во время транспортной работы на нем не особо. А пахать он очень, очень, по пашне вообще идет. Как по газону. Да. Супер. А это косилка, да, сейчас да, у него это косилка. Агрегатированная? Отлично. Он должен тут работать, потому что есть целая смена, как правило.